Welcome. Хүн төзөгчдөө өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор Халмыг улсын ерөнхийлөгч асан Кирсан Николаевич Улюмжинов оролцож байна. 1962 оны 4-р сарын 5-нд Зөвлөлт холбоот улсын бүгд найрамдах автономит Халмыг улсын нийслэл Элистад төрсөн. Аав нь Николай инженер, ээж нь малын эмч. Тэрээр дунд сургуулаа төгсөөд 1 жил үйлдвэрт ажиллан ажлын гарагаа эхэлсэн. 18 настайдаа цэрэг татагдаж 1980-1982 онд цэргийн алба хаасан. Улмаар Москвагийн олон улсын харилцааны их сургуулийг дүүргэжээ. Цэргээс халагдмагц бизнест хөл тавьсан. 1990 онд Оросын ардын төлөөлөгчдийн хуралд гишүүнээр сонгогдсон ажиллаж байгаад 1993 оны 4-р сарын 11-нд бүгд найрамдах Халмыг улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон. Мөн оны 12-р сард холбооны зөвлөлийн сонгуульд ялж парламентийн дээд танхимын гишүүн болсон. 1995 оны 10-р сарын 15-нд дахин Халмыгийн ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон байна. Мөн ондоо олон улсын шатрын холбооны ерөнхийлөгчийн албан тушаал сонгогдсон өдийг хүртэл хашиж байна. 2010 оны 10-р сарын 24-нд Халмыгийн ерөнхийлөгчийн албан тушаалаас огцорсон. Ну что привело этот раз вас в Монголию? Ну, я сюда приезжаю как домой, это родина наша, хотя 400 лет назад калмыки ушли здесь, но каждый раз я приезжаю себя и чувствую этот воздух, лица вокруг, это атмосфера, это аура родины. А сейчас я приехал по делам и Всемирной шахматной федерации, и по бизнес-проекту. В следующем году Всемирная шахматная федерация ФИДЕ собирается провести здесь международный женский гран-при в Арденете. И также моя компания, вот английская Евразия Финанс, мы здесь участвовали в тендере на строительство новой железной дороги, поэтому я приехал встретиться с руководством, с министрами, со специалистами, чтобы этот проект как можно скорее начал свою жизнь. Вау! Давайте сначала поговорим. Вы первый президент страны. Первый президент Республики Калмыкия. Да. И как так случилось? Как вы сегодня думаете, обратно с высоты сегодняшнего дня, то, что случилось? Ну, это совсем неожиданно, потому что я не думал идти заниматься политикой, не думал, можно сказать, возвращаться в Республику Калмыкия, потому что у меня хороший бизнес был в Москве, в Женеве, в Соединенных Штатах Америки у меня дом был. Ну, приехал в гости на завод в Элисту к своим рабочим. Я 2 года работал слесарем на заводе «Звезда». Да. Они говорят: «Кирсан, слушай, ты это построил себе коммунизм, давай для нас строй». В то время уже миллионером был, очень богатым человеком. Вот здесь вот сейчас предвыборная кампания идет, а то выдвигаются коммунисты разные, там непонятно еще люди, а мы тебя знаем, давай выдвинем. И, ну, я отказался, я говорю, ну как, у меня свои дела, уехал в Калмыкию. И через неделю узнаю, значит, завод «Звезда», рабочий, на котором я работал, взяли, когда пришли к ним кандидаты в президенты Калмыкии, они взяли их, отстранили, говорят, а у нас Кирсан на заводе работал, и без меня взяли, выдвинули. Ну, так получилось, я приехал, и пришлось участвовать в предвыборной этой гонке, и набрал 70%, и в первом туре стал 30 лет президентом Калмыкии. Вау. После этого несколько раз переизбирался. В принципе, говорят, это меня женили и без меня. Совершенно было. И действительно, то положение страны в 93-м году и 95-м году, когда вы закончили свой срок, как вы скажете, чем вы измерите этот прогресс, то, что глазами видно? Наш президент, наши посетили, люди знали, которые когда что было и потом что было. Как вы измерите свой такой феноменальный успех? Ну, во-первых, действительно сложно было начало 90-х годов. Самая главная сложность и трудность была, это вот ломка вот этого социально-экономического строя, идеологии, когда нас воспитывали на том, что скоро мы построим коммунизм, когда был Маркс, Ленин, и потом все это вдруг убрали, и вчерашние спекулянты вдруг стали уважаемыми бизнесменами. Вот как
нужно было вот как бы изменить идеологию, это самое главное. Второе, большая проблема, потому что Калмыкия находилась на задворках Российской империи, Российской Федерации, и вот этот дух провинциальности, что Москва далеко, мы здесь вот маленькие люди, ничего мы не можем не создать что-то. Почему? Потому что с Москвы командуют. Мы как младшие братья этого большого старшего брата. И вот этот дух провинциальности нужно было ликвидировать. Ну и самое главное, конечно, это создать инфраструктуру. Когда в 93-м году избрали президентом Калмыкии, Калмыкия находилась на последнем месте среди всех регионов бывшего Советского Союза по количеству дорог с твердым покрытием. Не было газификации, ничего не было. Ну, не было даже ни одной церкви, ни буддийской, ни православной. То есть вроде бы калмыки, буддисты, Далай-лама наш духовный лидер. Также 30% у нас русские исповедуют христианство, не было церкви. И как вот вместо коммунизма, марксизма-ленинизма от людей вернуть к вере. И вот по всем этим направлениям пришлось работать. Если сейчас вот меня попросить пойти президент, наверное, сложно. Наверное, тогда был молодой романтик и думал, что я все это сделаю. Ну и так получилось, что действительно в области инфраструктурных проектов полностью я выполнил свои обещания. Вы вложили свои деньги? Да, около более 300 миллионов долларов. То есть построили асфальтовые дороги, все районные центры. Сколько километров вы построили? Ну это где-то порядка 1500 километров мы построили. Wow. Из 13 районов у нас только один район был газифицирован и Элиста наполовину. Вот за 10 лет я газифицировал все 13 районов и город Элиста. По газификации мы в первой тройке. И вся страна сейчас газифицирована? Полностью, 100%. Сколько мы, людей в стране? 320 тысяч населения. Из них 300 тысяч. Ну, 30%, 35%, если так точнее. Так страна газифицирована. Сейчас имеете в них энергия, дороги есть. И в чем? И самое главное, да, самое главное то, что мы вернули веру. Веру, да. Я договорился с его святейшеством Далай-ламой, потому что у нас не было ни одного буддийского монаха. С 43 по 56 год калмыков выслали в Сибирь, и все церкви были у нас сожжены, буддийские монахи были репрессированы. И мы начали приглашать тибетских из Монголии, также буддийские монахи, ламы приехали и начали учить и возрождать нашу религию. И несколько десятков православных церквей, буддийских храмов вот на свои деньги и с помощью народа люди построили. Люди получили свои религии, крестьяне свои протестантские, а православяне получили и буддийские получили. Да. Что это дало нации? Это уверенность, потому что каждый народ, он тогда уверенно чувствует, когда он твердо стоит на ногах, а точно. Твердо стоит на ногах, когда корни, а корни – это наша культура, это наша религия. Все-таки это же основание, же работа, бизнес, это как пошло? Поэтому вопрос именно экономического благосостояния тоже один из главных был, потому что по развитию мы находились на последнем месте. 98% бюджета Республики Калмыкия составляли дотации из Российской Федерации. В 93-м году, когда я стал президентом Калмыкии, вся Калмыкия собирала налогов около 2 миллионов рублей, около 2 миллионов долларов. Я буду в доллары всего. Переводить. Ага. Да, все. Через 5 лет уже полностью мы закрыли свой бюджет, и вот 98-99 год, хороший год, помню, был, это мы наличными 650 миллионов долларов, то есть мы полностью закрывали свой бюджет, и где-то 650 миллионов долларов мы наличными в виде налогов привозили в город Москву. И на свои деньги мы ни одного рубля, ни одного доллара из московского бюджета не забрали, все дороги построены на деньги моих друзей, инвесторов. А что, Москва не дала деньги? Ну, так получилось, вы правильно сказали, 90-е годы – это очень сложная экономическая ситуация. Я помню, тогда премьер-министром России был Егор Гайдар, я к нему пришел, Борис Ельцин меня послал, я говорю, мне нужны инвестиции, фабрику построить, дороги. Я Егору Тимуровичу говорю, вот мне нужны деньги, инвестиции, надо дороги строить. Он меня смотрел, Кирсан, у вас бараны есть? Есть. Кушайте этих баранов. Видите, у нас вот шахтеры стоят, рабочие, им кушать нечего. Давайте идите, сами решайте свои вопросы. И как крепко сейчас частный сектор в Калмыкии? Ну, самое главное то, что мы создали тогда зону льготного налогообложения. От нашей офшорной зоны только в республике Калмыкия, только в Элисте 100 тысяч населения –
1,5-2 тысячи молодых людей вот работали в этих фирмах. Многие учились, 90% поступали в высшие учебные заведения. То есть тем самым вот создавали рабочие места. Но сейчас немного сложно. Почему? Да, мы нарастили скот. Когда в 93 году оставалось 500-600 тысяч овец, а когда я уходил, уже около 4 миллионов овец. Но сложность в том, что продукцию, которую мы везем в Москву, она часто является неконкурентоспособной той баранины и говядины, которые привозят из Новой Зеландии, Австралии, Бразилии и Аргентины. И сегодня неконкурентоспособны. Но сейчас Россия в ВТО вступила, но очень сложно нам приходится. Но зато у вас тем это не менее, органический. Да, у нас мясо хорошее, очень мраморное мясо, но сложно очень бороться. Но мы стараемся в рыночных условиях. Вы сказали мраморное, почему? У нас калмыцкое мясо, оно известно в России, в Советском Союзе, что оно называется мраморное. Когда калмыцкую говядину разрезаешь, то там мясо, тонкий слой жира, И наш скот, крупнорогатый скот, пытались выращивать и в Казахстане, и рядом в Ставропольском, Ростовской областях. Не получалось. Почему? Потому что у нас разнотравие, более 500 видов травы. В Калмыкии скот пасется, и поэтому мясо получается очень самое вкусное мясо. Вау. Как вы находите монгольской баранины? Ну, очень вкусное, потому что это наше родное. Welcome. Президент Шахматной Федерации преизбран еще раз, да, правильно? Шесть раз избирался. Шесть раз. Первый раз в 95 году, 24 ноября в Париже. Уже 18 лет как президент. В чем секрет? Ну, потому что, когда я избирался президентом ФИДЕ, шахматный мир был расколот. С одной стороны, Анатолий Карпов, чемпион мира. С другой стороны, Каспаров. То есть, несколько чемпионов мира. Гарри Каспаров в Америке создал параллельную федерацию. Я приехал в Лозанну, штаб-квартира ФИДЕ в Швейцарии. Долг был несколько миллионов швейцарских франков. Денег даже не было заплатить сотрудникам. В календаре ФИДЕ всего 3 официальных турнира. Сейчас 12 тысяч официальных турниров, 100 тысяч неофициальных, 181 страна входит. По количеству соревнований участников мы сейчас самая крупная международная спортивная федерация. Почему меня 6 раз переизбирали? Наверное, потому что я выполнил свое обещание. Во-первых, я объединил шахматный мир. В 99 году Международный олимпийский комитет, тогда его возглавлял Хуан Антонио Самаранч, первый раз признал, что шахматы есть спорт, и ФИДЕ единственная шахматная федерация, которая представляет интересы шахматистов в спортивном и в олимпийском движении. Деньги таким есть, образом, сейчас. Да, я объединил шахматный мир. Сейчас у нас один чемпион буквально 2 недели назад. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал чемпионом. У нас один чемпион, одна федерация и десятки миллионов долларов ФИДЕ на проведение всех шахматных турниров. А куда вы берете эти деньги? Свои вложил. Я вот за эти 18 лет вложил более 70 миллионов американских долларов из своих денег на то, для того, чтобы шахматный мир удержался. Многие чемпионаты мира я проводил за свои деньги, для того, чтобы стабилизировать. Когда ситуация сейчас стабильная, вы знаете, бизнес и деньги, инвестиции идут только туда, где стабильная политическая вот обстановка. Когда стала стабильная обстановка ФИДЕ, пошли уже инвестиции, и на каждый турнир у нас уже несколько желающих для того, чтобы провести то или иное шахматное мероприятие. Так, перед тем мы перейти на работу на монгольские темы. Последний вопрос насчет вашего замечательного карьера. И, наверное, каждому человеку нужно просто помечтать быть в таком месте, где вы были и вовремя. И как вы первый раз сделали, как вы вошли в бизнес? Как вы сделали так, чтобы в 93 году уже, это всего 2 года. Так, 3 года после того, как все рухнуло, да? Да. Как случилось? Где вы сделали? Ну, в 89 году я закончил Московский государственный институт международных отношений. С английским языком. Да, английский, японский. С японским, язык был. Но. И хотел идти работать на дипломатическую работу, но
прочитал в газете, вы знаете, «Московский комсомолец», такая газета конечно. Была, объявление, что японская фирма Mitsubishi Corporation, Fisherman's Harbor, объявляет конкурс на должность управляющего. Около 100 человек приняли участие, я выиграл конкурс, и господин Саватари, президент компании, назначил меня главным менеджером, управляющим этой компании. 1 октября, вот я в июне закончил ГИМО, 1 октября я пришел на работу, и октябрь, ноябрь, декабрь, 1 декабря я уже заработал первый миллион американских долларов. Это 89-й год. Wow. Я продавал Audi, Volkswagen, Toyota, и вот на продажах автомобилей я заработал. И они давали и комиссию вам. За то, да, у меня комиссия была от 2 до 6%. И когда я продал уже несколько сот машин, господин Саватари спросил, на какой счет отправить миллион долларов. Долларов. Я так удивился, что уже 1 миллион долларов. Он говорит, да, давай откроем там в Mitsubishi банк или где. А тогда же еще Советский Союз был. Да. Я говорю, а можно наличными? Он говорит, как наличными? Я говорю, ну наличными доллары и в чемодане хочу получить. И как? Он говорит, вы что, сумасшедшие здесь русские? Я говорю, хочу. Он говорит, ну нужно время. Через 3 дня из Японии перевели деньги, и он меня вызывает в кабинет. Чемодан открывает, и там миллион долларов. Больше даже. Я заработал тогда миллион, где-то 50 или 60 тысяч долларов. И это все вот в пачках было сложено. Он говорит, будешь считать? Я говорю, нет. Я взял этот чемодан, позвонил друзьям, это суббота как раз был однокурсником, пригласил к себе на квартиру, взяли бутылку водки, говорю, ребята, держали в руках миллион, вот миллион долларов. И вот так вот хорошо подержали. И я счастлив, что вот мне было 26 лет, что в эти молодые годы я подержал в руках миллион долларов, и затем я как-то не то, что утратил интерес к деньгам, а понял, что деньги – это как раз средство для осуществления твоих идей, твоих замыслов. И что была первая идея с этими миллионом долларов? После того, вы проснулись в следующий день. Первое, ну вот, купить машину, купить квартиру, купить японский магнитофон, Sharp, 3/5, двухкассетник. Вот, и джинсы купить. Джинсы купил, магнитофон купил, автомобиль, квартира, все. И дальше второй миллион долларов появился. А что дальше делать со вторым миллионом? И я начал помогать, строить церкви, помогать детским домам. И вот так это вот правда, начал работать. Что вы имели бизнес в нефти и работали с чеченцами? У меня много компаний было. У меня уже в 90-м году уже было более 50 компаний. У меня было, я был учредителем первой российской биржи бумага, российская бумага, то есть продавал всю бумагу России. Продавал мазут, нефтепродукты в Югославию, в Европу. Продавал, был первым официальным дилером Audi, Volkswagen в Советском Союзе и первым официальным дилером южнокорейских автомобилей Hyundai. Тогда президентом Hyundai был Ли Мин Бак, он очень много помог мне зарабатывать деньги. Потом он стал мэром Сеула и потом был избран президентом Южной Кореи Ли Мин Бак. Вау, и вы сколько людей тогда работали, когда было 50 компаний? Ну, у меня там несколько тысяч людей работало и здесь, и в Советском Союзе, в Женеве, в Лос-Анджелесе у меня фирма была. Как эту координацию? Ну, во многих странах мира, да, были у меня. Я и занимался, и продавал лес, и занимался производством мультфильмов. Вот вместе с Союзмультфильм, помните, была такая организация. И продавали картины в Японию. Ну, много-много чего было. Вау. И сегодня такой же люди работают? Ну, в 93-м году, когда я избрался президентом Республики Калмыкия, я весь бизнес оставил, написал заявление, отдал фонды компаниям и чистым ушел уже, ну, так называем, в политику. Хотя зарплату я не получал. Все 17 лет, когда я был президентом Республики Калмыкия, все деньги перечислял я в детский дом. Экономика Калмыкии сегодня конкурентоспособная? Ну, я уже 3 года как не в Калмыкии. В октябре 2010 года уехал из Калмыкии. Очень редко бываю, всего несколько раз, наверное, был. Почему? Потому что вот по своим бизнес-проектам и по международной спортивной деятельности нужно посещать много стран. В прошлом году 108 стран посетил, в этом году уже более 70 стран посетил. Ну, в республике люди работают, живут, как и в России. Сейчас родиной, наверное, считаю, наверное, весь земной шар. Какой у вас самолет? Был Falcon, у меня Falcon 2000, но я его продал, когда мне нужно было достроить самый большой буддийский храм в Европе, я построил. Сейчас Калмыкии у меня чартеры, и, ну, на разных самолетах летаю. Вау, теперь по Монголии. Так,
знаете, с Россией огромный проект железнодорожный, и Монголию знаем, мы знаем, мы читали несколько интервью, то, что вы заинтересованы as businessman, да, как бизнесмен в этом проекте. Как идут дела? Ну, в прошлом году правительство Монголии объявило тендер на 49%. Правительство Монголии создало акционерное общество «Новые железные дороги Монголии», где 51% принадлежит правительству Монголии, что правильно, и 49% было выставлено на тендер. 8 различных иностранных компаний участвовало в этом тендере, в том числе я подал заявку на свою компанию. Мы выиграли этот тендер, и летом, в июне месяце, министр транспорта Гонцух уведомил нас, что мы можем работать. После этого мы создали рабочую группу, отделение здесь, и выработали предложение вместе как раз с представителями Министерства транспорта и правительства Монголии. Сегодня я передал уже предложение. На 49% у нас есть финансирование. У нас есть партнеры, подрядчики и субподрядчики, которые пойдут на осуществление этого грандиозного проекта строительства новой железной дороги от Таван-Талгой вот к границам Монголии. Я считаю, что это правильное решение принял парламент Хурал, Великий Хурал Монголии и правительство по строительству новой железной дороги. Тем самым это оживит экономику. Те месторождения, которые на юге находятся, получат дополнительные инвестиции, заводы, и Монголия получит выход не только на российский рынок через Россию, на Дальний Восток, но также и через Китай, Китайскому морю, и продавать свои продукции уже странам Азиатско-Тихоокеанского региона, такие как Япония, Южная Корея. Это все вместе с 1850 километров, инвестиции, стоимость проекта 5 миллиардов 200 миллионов долларов. На мою долю 49% нужно привлечь 1 600 000 000 долларов. Сегодня министру транспорта Монголии, правительству Монголии я передал гарантийные письма со своего фонда. Уже 400 миллионов долларов в английском банке Royal Bank of Scotland мы саккумулировали эти деньги для инвестиций, для того, чтобы проект начался. Если мы в ближайшее время подпишем договор акционеров, то мы уже приступим к осуществлению этого проекта. Так, вы говорите 49%. Вы как одна компания или у вас своя такая консорциум? Не, это, конечно, консорциум. Я выступаю как организатор, то есть я привлек самые лучшие. Мы уже внутри объявляли тендер, самые лучшие компании. Вот испанская компания OCL, которая построила более 6000 километров, является одной из лучших, в десятку лучших компаний мира, входит по строительству железных дорог, автомобильных дорог. Вот недавно только они построили железную дорогу под проливом Босфор в Турции, вот с премьер-министром Эрдоганом открывали в Китае, в Соединенных Штатах Америки. Мы долго выбирали себе партнеров, вот я остановился на этой испанской компании OCL, также канадская компания Bombardier, совместное предприятие с РАУ-ЖД, 40% принадлежит РАУ-ЖД, российским железным дорогам. С канадской компанией? Канадская компания Bombardier, которая будет поставлять оборудование. И отдельно дорога? Нет, нет, вот именно с компанией, с совместным предприятием Bombardier и РАУ-ЖД. Также мы ведем переговоры с Transmash Holding, потому что для новой железной дороги нужен подвижной состав. Это порядка 125 локомотивов, около 4000 вагонов. Здесь мы хотим задействовать российские заводы, Transmash Holding. Испанская, канадская и российская. Да. Три компании. Да, и ваша компания. И английская, да. И английская. И ваша компания. Да. И это консорциум, эти подрядчики, или они занимают определенные... Определенные. Мы это внутри... Внутри, значит, компании, мы сейчас ждем, как только мы подпишем договор акционеров новой железной дороги, и внутри у нас окончательно уже распределятся функции. Как российская железная дорога рассматривает ваш
на ваш проект? Мы предложение отдали российским железным дорогам. Мы хотим работать, сотрудничать с ними, потому что российская железная дорога – это самая крупнейшая компания в мире по протяженности железных дорог, по опыту, по строительству. Рядом находится Россия. Конечно, много заказов мы хотим осуществлять и выполнять работы через РАУ ЖД. Это производство и шпал, и рельсы, и управление. Очень много вопросов, которые мы будем совместно осуществлять. То есть предложение я передал, как и другим компаниям. Они сейчас приняли ваше предложение? Сейчас рассматривается. Ага. Да. То есть, потому что вы знаете, что с Россией есть определенные договоры этой страны. Монголия и Россия договорились там насчет инфраструктурные. Совместная железная дорога, Улан-Баторская железная дорога. И они хотят, чтобы Улан-Баторская железная дорога расширялась тоже на эти участки. Как, не будут ли конфликты? Ну, я думаю, конфликтов не будет, потому что есть в 2010 году парламент Хурал Монголии и затем правительство Монголии приняли концепцию о государственном развитии инфраструктуры, строительства автомобильных и железнодорожных дорог. И в рамках этой концепции, утвержденной парламентом Монголии, мы и двигаемся. И утвержденной в этой рамках тоже есть позиция, где главные инфраструктурные линии железной дороги пойдут на русские рельсы. Да, широкие. Это стандарт 1520. Стандарт 1520, и мы соблюдаем, и как раз бизнес-план. Вы будете этого строить? Да, и проект, который сделали специалисты сейчас, это проект в рамках государственной концепции Монголии. Широкая колея 15-20, 1520 колея. Однако в стране есть понятие, и у нас в нашей законодательстве есть место, где указано, что из обрабатывающих, из главных, из самых некоторых месторождений имеет смысл построить не широкие, а узкие железные дороги, стандарт, который на 85 миллиметров уже, и который имеет экономическую целесообразность. Как вы смотрите на это? Ну, с моей точки зрения, как с точки зрения бизнесмена, экономиста, наконец-то политикой, когда я занимался, конечно, должен быть один стандарт. Это невозможно, когда одна страна, две системы и две дороги. Ну, это как кровеносная система. У нас вот есть сосуды от сердца, которые кровь гоняют. Ну, невозможно, что одни сосуды такие, другие сосуды будут совсем по другим правилам. Как раз. Система должна быть. Если концепция, которая была определена в 2010 году, что это широкая колея. Правда, там есть пункт, что могут и другие дороги. Но для привлечения инвестиций, для того, чтобы было развитие экономическое, нужно играть по одним правилам игры. Вот есть правила игры, тем более уже с Россией, если есть совместное предприятие 50 на 50, которое имеет свою традицию, историю, Улан-Баторская железная дорога, и рядом строить дорогу на 1000 километров, неэффективно по экономической целесообразности. Однако, используя ваши метафоры, от сердца идут артерии, вены, большие каналы, да? И от них идут маленькие каналы тоже. И мы хотим, чтобы народ, да, говорят, что вот это же дешевле, быстрее, экономически целесообразно. Мы теряем на каждый тонн несколько долларов. Вместо того, чтобы перевести эти вагоны, да, чтобы сделать от Тавантолга, например, на юг сделать на узкие колеи, а на восток делать широкие колеи. И если мы перемещаемся на этот сервис, логистик сервис, тоже стоят определенные цены, которые пойдут на монгольскую сторону. Если рассматривать вот только узкую колею, если мы привяжемся к Тавантолгой и другие месторождения, как бы это узкая колея, китайский стандарт, это означает 99,9%, это означает, что вся продукция, это сырье, пойдет только сюда, на китайский рынок. Если вся продукция, практически 100%, идет на один рынок, здесь возникает опасность монополии. Правильно. То есть сегодня мы за $100, тоже завтра, пожалуйста, $50. Вы не хотите $50, вы уже выше не продадите, потому что вы привязаны. Это одна сторона. Вторая сторона, нужно диверсифицировать экономику, диверсифицировать поставки. Когда мы строим концепцию новой железной дороги, широкая колея, когда она строится, и тоже выходит в Китай, тут у вас появляется два пути. С одной стороны, через Чайхон,
Чайбалсан, через Улан-Баторскую железную дорогу вы можете выходить в Россию и через российскую территорию уже на Дальний Восток, на море. С другой стороны, по новой железной дороге вы можете через Китай войти в Китайское море, где Япония, Южная Корея, большие потребители коксующегося угля. То есть уже одна страна, Китай, уже не сможет диктовать вам условия. Если они снижают цены, пожалуйста, у вас есть другой рынок. Тем более, по концепции новой железной дороги, мы хотим эту дорогу дальше на северо-запад соединить с российскими месторождениями коксующегося угля. Это тоже в Буддийской республике Тува и Алтай. То есть вывести туда дорогу. И у России появляется, значит, возможность для экспорта своей продукции через Монголию, Китай, дальше в Японию, в Южную Корею. И у Китая, и у Монголии тоже использовать эту железную дорогу в обратную сторону. Поэтому экономически, конечно, целесообразно, чтобы один стандарт был, одна широкая колея. Тогда у народа Монголии, у правительства будет, появляется возможность уже играть на два и на три рынка. А ну, это уже конкуренция, это уже дополнительная прибыль. То есть это, мы это самое, как называется, artificially, да, мы искусственно мы создаем эту монополию, тоже на широкие колеи. Если там на $10 меньше, то они, одна часть пойдет на юг, под который на свои последние потребители, на юг, на китайские железные дороги, на узкие колеи, а на широкие колеи тоже они же загружать будут. Здесь нужно один маленький, тонкий момент нужно использовать, хорошо, что с юга соседом Монголии является полуторамиллиардный Китай, с быстро растущей экономикой, вот, сотнями металлургических заводов, ага, которые просто, если узкую колею построить, которые просто может проглотить всю эту продукцию и не выдать на гора там в Китайском море другим потребителям, как Япония, Южная Корея и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. То есть если у, ну я ничего плохого не хочу сказать, потому что у меня друзья бизнесмены и в Китае, мы там вот как бы бизнес делаем. Но если смотреть с геополитической, да, смотреть, и с экономической точки зрения, как вот капиталист, китаец вот сидит, естественно, зачем ему делиться с другими? Я узкую колею построю и буду всю продукцию забирать только на свои заводы. А когда продукция уже экспортная, уже сырье привяжется к заводам, то я тут спокойно могу уже и диктовать цены. О, если эти цены... Они есть дают гарантии, что это будет та же самая цена, что международная, кстати, цена, то какая разница? Пойдешь же на оба направления быстрее, хорошо? Ну, когда у заводов, когда у производителей есть выбор, хотя бы небольшой выбор, это хорошо, это плюс, это дает возможность все равно лавировать, чем быть привязанным к одному рынку. Да, есть мировые цены, они как бы определяются рынком, они выше идут, ниже идут. Но когда у тебя есть возможность и налево пойти, и направо пойти, здесь можно маневрировать. Ну как раз и у нас будет альтернатив. И альтернатива, потому что если говорить, сделать так, как вы предлагаете, то мы только с Россией, только через Россию, только вот это. Это не может быть дешевле, чем российские угли, потому что у русских угля 17% мирового запаса. И они, у них все то, что у нас есть. И на эти дороги в основном российские товары пойдут. Не говорил, потому что компания у меня международная. Мы не привязываемся только к российскому рынку. Вот именно в чем мудрость ваших депутатов в 2010 году и членов правительства, которые приняли концепцию это, строительство новой железной дороги. Именно эта железная дорога, она выходит как на Россию, так она через Китай и выходит и в Китайское море. Ну, только на Китай будет дороже, потому что мы перемещаем, все переносим, все наши вагоны, которые сейчас и мы делаем. Но там у нас уже потребители появляются, когда мы сейчас работаем, наши специалисты работают над бизнес-планом по новой железной дороге. У нас уже есть конечные потребители, которые готовы идти с дешевыми кредитами. Это металлургические заводы, это предприятия Японии и Южной Кореи. Знаете, я понимаю ваш рациональ, но в Монголии сейчас идет такое мнение. Если китайцы будут покупать по международной цене, то
Китай, Китай – это действительно огромный, большой рынок, и на который мы с удовольствием, это ближе и быстрее мы можем даже на несколько долларов меньше, чем даже международный, чем нам, что нам даст и возможность сделать деньги больше. А мы сделаем большие инвестиции на широкие колеи, и это будет дороже, и срок окупаемости будет дольше. Ну, в этом предложении, конечно, есть. И это предложение как бы со стороны бизнесменов, с той стороны. И правильно, каждый рассуждает так, как выгодно. Здесь думают, что да, быстрые и дешевые деньги из Китая, но если смотреть на перспективу, если мы думаем, что за завтра должно пройти послезавтра, тогда нужно уже и подумать о привязанности к той или иной как бы стране, к той или иной экономике. Здесь бы я, может быть, было бы чуть дороже, может быть, чуть дольше, но независимость самое главное. Хорошо, наше время подходит к концу. Я вам дам, я хотел бы спросить у вас, как вы видите через 10 лет все это проект, если все это все пойдет очень, как можно скорее? Я думаю, что железная дорога, которая будет построена, она даст очень сильный, мощнейший импульс для развития тех регионов, по которым пройдет железная дорога. Это дополнительные инвестиции, это рабочие места, это налогооблагаемая база резко увеличится для страны. Я вижу Монголию процветающей, и потому что весь потенциал в стране есть. Страна уверенно идет вот, к рыночной экономике. Здесь все атрибуты развивающегося и развитого рыночного государства есть. Поэтому, я думаю, другого пути уже нет, как процветающей, богатой Монголии и ее народа. Помните, Кыргызстан хотел сделать железную дорогу. Там были политические споры на широкой или узкой колее. Что там, кто побеждает? Ну, сейчас по железной дороге не знаю. Я сейчас там участвую в другом инвестиционном проекте. Это в телекоммуникационном проекте. Мы участвуем в тендере на покупку одного из активов по развитию 4G, это широкополосного беспроводного интернета. Вот по в этой области могу сказать, а в той части, где как бы я не касаюсь, поэтому никаких комментариев не могу дать. Конечно, для Киргизии как бы со стороны очень много они привязаны к экономике России, тем более вот в таможенный союз вот они сейчас рассматриваются и входят в таможенный союз. Поэтому, наверное, одна дорога, одна колея, которая с Россией. Самый последний вопрос. Вы уже человек, который с вашим опытом, багажом, знанием, опыта, вы сейчас уже занимаетесь глобальным бизнесом, у вас эта возможность есть, партнеры есть, у вас есть это видение. Для того, чтобы делать то, что вы делаете сейчас, какое человеческое качество, характер нужны, как вы думаете? Что вы скажете молодым людям, которые смотрят на нашу передачу, смотрят, и они мечтают тоже работать на глобал маркете. Верь себе, верь своему уму. Только надо верить себе, и всегда любую мечту можно реализовать. И стараться реализовать себя, потому что в этой жизни нам не очень много дано, там 60, 70, 80 лет, или как Будда говорил, у нас все равно еще 108 перерождений будет. Но в этой жизни стараться просто реализовать себя и жить немного с иронией и с улыбкой. Спасибо.